15 пожаров за сутки. Горит сухая трава. Подобных ЧП с каждым днем все больше, несмотря на то, что в Первоуральске действует противопожарный режим. Суммы штрафов для нарушителей увеличили в несколько раз. Предусмотрены штрафы для гражданских лиц от 2 до 4 тысяч, для должностных лиц от 15 до 30 тысяч и для юридических лиц от 400 до 500 тысяч. Только за последнюю неделю в Первоуральске произошло больше сотни пожаров. Выгорело свыше гектара сухой травы. Причина – аномально теплая погода. Температура выше нормы почти на 10 градусов. Напомню, в Первоуральске действует противопожарный режим. Он означает запрет на разжигание костров в лесу и на садовых участках. Жарить шашлыки на открытом мангале тоже нельзя. Ловить нарушителей будут за руку. Уже с завтрашнего дня наметили рейды. Тех, кто не соблюдает правила пожарной безопасности, намерены штрафовать. Противопожарный режим будет действовать до конца мая. Если число возгорания не уменьшится, ограничительные меры продлят.